Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей. И вот уже 7 лет я являюсь автором YouTube-канала «Мой Владивосток». Хотелось бы, так скажем, объяснить, почему я снимаю видео, которое вы можете увидеть на моем канале. Почему именно такие видео? Почему я снимаю прогулки по городу, концерты, праздники, ну и остальные видео. В общем, мне нравится смотреть хроники разных лет, что было в городе Владивостоке, какие события происходили в нашем городе. Мне это интересно, и поэтому я снимаю больше, так скажем, для истории. Надеюсь, что мои видео когда-нибудь, лет через, не знаю, 10-15, кому-то тоже будут интересны. Кого-то заинтересует, чем же жил город, скажем, в каком-нибудь 2018, 17, 16, 2016 году, ну, в этих годах, да, может, кому-то будет интересно. Время идет, все мы взрослеем, и как бы интересы меняются у людей. Поэтому сейчас кому-то интересно смотреть, не знаю, какие-то видеоролики на тему, не знаю, пранки какие-то, знаю, какие-то бомж-обеды, какие-то приколы. Но это все уходит с возрастом, хочется как-то более что-то посерьезнее посмотреть, да, ну, если брать тему YouTube, там, видеороликов каких-то, хочется, наверное, более качественных видео посмотреть, в общем, ну, и на своем канале я стараюсь как-то снимать город Владивосток, ну, помимо съемки, также я занимаюсь фотографией, ну так, любительской, так скажем, фотографии. Ну, стараюсь тоже с разных ракурсов подходить к этому делу, так скажем, да. Поэтому лажу по разным сопкам, по разным подворотням, так скажем, выискиваю для себя что-то новое. Вот. Познаю город. Вот с моим увлечением, с моим хобби у меня появились новые знакомые, друзья, наверное, даже можно сказать. Ну, с одной стороны, да. Ну, встречаются некоторые люди, которые называют мои видео, так скажем, как же они их называют? Немое кино, что ли, типа того, что, понимаете, некоторые люди снимают, вот скажем, есть у нас во Владивостоке люди, которые снимают тоже город, тоже прогулки какие-то свои по городу, там показывают виды, но они в своих видео не накладывают музыку, ну вот, как-то так делают, ну, в смысле, у них звуки города в их видео присутствуют, там, ну, разные звуки. Я же считаю так, что, ну, смысл, скажем, 2 минуты видеоролик, да, и как бы, ну, получаются коротенькие кадры, и если оставлять просто как вот есть, да, ну, с теми звуками города, то как бы, ну, что это будет? Короткий кадр, там, скажем, ну, 7 секунд, да, какой-нибудь кадр идет, да. Потом следующий кадр, там, ну, тоже там где-нибудь столько же, и следующий. И вот так вот, ну, представьте себе картинку такую, что как вы это будете смотреть? У вас все время будет там какое-то жужжание машин, там, ну, звуки двигателей, звуки улицы, и как-то отрывками вот это все. Мне кажется, что это как-то не то. Поэтому в своих видео, в своих прогулках по городу Владивостоку я вот снимаю, да, а потом уже, когда монтирую, я всегда
стараюсь накладывать музыку какую-то. Музыку без авторских прав ищу обычно. Поэтому, ну, вот как-то так получается у меня. Это вот по поводу, так скажем, моих прогулок по городу Владивостоку. Не знаю, что будет в 2019 году. Ну, какие-то, так скажем, может быть, кто-то из вас слышал, Евросоюз принимает закон там, ну, по поводу что-то авторских прав там и всего остального. Ну, если интересно, посмотрите видео, там есть в интернете, на YouTube есть видео на эту тему. Там 13-я статья, ее хотят принять, ну, если ее примут, то, возможно, ну, там что-то насчет авторских прав, вот эта вся канитель, короче, и, возможно, YouTube придется ужесточить правила, и все люди, которые как-то нарушают авторские права, ну, все ютуберы, там, каналы, возможно, будут удалены. Неважно, сколько у блогера или ютубера подписчиков, 100 человек или, не знаю, 5 миллионов, возможно, будут удалены. Ну, не знаю, как оно будет. Это вот про Евросоюз. А так как YouTube является, так скажем, американская эта штука, короче, YouTube, то, ну, правила получаются для всех. Поэтому фиг его знает, как это все будет в России. Ну, я, конечно, продолжу снимать концерты всякие, но, наверное, на YouTube я выкладывать это не буду. Наверное, не знаю, как пойдет. В общем, ну, видео с разных концертов, возможно, будут на моей страничке ВКонтакте. И есть также группа у меня ВКонтакте, называется «Мой Владивосток». Ну, там чего-то на данный момент, там 50 с лишним человек, но неактивные, короче. Неактивные люди какие-то. Вот. Ну, в общем, видео с концертов будут на моей страничке ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании на мою страничку. Ну, на все странички, которые, где меня можно найти, так скажем, да, я оставлю. Кому интересно посмотреть мои фотографии, ну, тоже можете перейти по ссылке на мои страницы в социальных сетях. Вот. Как-то так, да? Ну, как всегда, Новый год, какие-то планы, да, на будущее. Ну, скажем так, я ничего не буду обещать, потому что придерживаюсь одного... Есть такое высказывание у Конфуция. Он сказал: древние люди мало говорили, потому что боялись не поспеть за своими словами. Вот так и я. Лучше я промолчу, никому ничего обещать не буду. Вот как пойдет, так и пойдет. Конечно, канал должен меняться. Канал «Мой Владивосток» должен меняться. Ну, как пойдет, так пойдет. Я не знаю, к чему это все приведет. В общем, я стараюсь по-прежнему. Стараюсь для вас, для зрителей, для подписчиков, для случайных зрителей своего канала. Я стараюсь всегда снимать качественное видео, как мне кажется. Не мне судить, конечно. В общем, я стараюсь снимать. Как оно получается, я не знаю. Напишите в комментариях свое мнение. Как вам канал «Мой Владивосток» нравится, не нравится? Что бы вы хотели увидеть на канале «Мой Владивосток»? Вот. Буду рад, если прокомментируете это видео. Если поставите лайк этому видео, если понравилось, конечно, это видео, да, это как бы рассуждение такое у меня получилось на тему, ну, такое небольшое рассуждение на тему YouTube, на тему канала «Мой Владивосток».
Вот. Ну, кто меня не знает, познакомился, да? Наверное, так. Узнал меня, можно сказать, поближе, наверное, с какой-то стороны. Вот. Если какие-то вопросы возникают, пишите мне в личку, там, где-нибудь в социальных сетях или еще где-то. Ну, определим. Есть, короче, под шапкой канала есть такая кнопочка, так скажем, да, сообщество называется. Вот туда можете переходить. И, ну, наверное, там будут у меня расположены всякие анонсы. Ну, анонсы на то, что у меня будет на канале. В общем, какие-то сообщения я небольшие буду там оставлять. Наверное, да? Комментарии я всегда читаю. Если комментарий, ну, несет какую-то информацию, я стараюсь на этот комментарий ответить. Или там поставить под этим комментарием лайк, или нажать сердечко. Обычно я так делаю. Ну, наверное, это будет приятно моим подписчикам или зрителям. Вот. Вот как-то так, наверное, да? Такое небольшое рассуждение у меня получилось. В общем, всем спасибо. До новых встреч. С вами был Алексей, канал «Мой Владивосток». Пока-пока. Чу.